Как вы знаете, через год, в апреле 2018 года, у нас будет проходить чемпионат мира среди юниоров 2018 года в городах Челябинске и Магнитогорске. И поэтому было интересно посмотреть, обменяться опытом, пообщаться, как проводятся эти мероприятия. На какие моменты делали акценты, что именно интересовало вот в организации турнира? В первую очередь это приезд команд, плюс много очень было иностранных гостей, да, это скауты, хоккейных специалисты, гости Международной Федерации, так и тот же зритель, все эти околохоккейные мероприятия, внутри арены, около арены и тому подобное. Бросилось в глаза, что Европа все-таки немножко по-другому подходит ко всем мероприятиям, именно, наверное, хоккейным, да, нежели мы в России. Я считаю, что в России у нас будет один из лучших чемпионатов. Учитывая опыт игр КХЛ, да, именно что касается спортивных арен, все требования регламента проведения чемпионатов мира, у нас все они соблюдены. Какие-то нюансы мы доработаем, и я думаю, что проблем с организацией чемпионата мира в таких городах, как Челябинск и Магнитогорск, не возникнет.